Всем привет, на связи Давид Резаев. И сегодня я вам хочу показать один из наших последних кейсов. Кстати, кейс был очень высококонкурентный, и мы по нашей новой стратегии победы его взяли. Итак, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, кейс у нас это коммерческий автомобиль, рефрижератор, изотермический фургон, если быть точнее. Было 18 участников, но пока что сейчас не об этом. Начну с самого начала. Как нам попал данный лот вообще на проработку? Мы в теме торгов уже более 3,5 лет, и у нас уже есть наработанные свои инвесторы, в частности, мои личные инвесторы. Так вот, в один прекрасный день позвонил мне мой инвестор и говорит: «Давид Викторович, мне необходимо купить фургон. Я сам лот нашел, ваша задача его проверить, сделать качественный осмотр, подготовить аукционную документацию, ну и, собственно, вы, как профессионалы, должны мне его выиграть». Окей, задача ясна, поехали. Мы начали изучать данный лот. Лот, кстати, находился на Балтийской электронной торговой площадке. Это наша питерская площадка, очень удобная. Мы очень большое количество лотов уже на данной площадке взяли. Итак, по порядку, что было сделано? К нам поступила информация о лоте. Мы сразу нашли нашего партнера в городе Петрозаводске. Он поехал, сделал качественный осмотр. И, собственно, я вам готов показать данный лот. Итак, мы сейчас с вами находимся на агрегаторе tbankrot.ru. Торги должника ОАО «Карельский мясокомбинат», и у них на балансе числился вот такой вот прекрасный коммерческий транспорт. Это рефрижератор, я их обычно так обозначаю, на шасси автомобиля Ford 2008 года. Стартовая цена его была 3 миллиона 870. Сразу скажу, что цена была абсолютно завышена. Данные автомобили, средняя цена по рынку от 2 миллионов. Вот сейчас вот на данном сайте вы, в принципе, можете увидеть аналог данного автомобиля. Ну, тут у нас 2009 год, выкупили мы 2008 года. Автомобиль по рынку от 2 миллионов рублей. После детального осмотра по нашему чек-листу мы поехали туда, естественно, со специалистом по автомобилям и со специалистом по рефрижераторным установкам. И было выявлено, что нужно будет сделать техническое обслуживание и замена некоторых деталей примерно на сумму 150 тысяч рублей. И теперь мы посчитали все цифры, сопоставили рыночную цену, цену вложений, и мы определили то, что мы будем заходить по цене чуть больше 730 тысяч рублей. Комиссию мы свою обозначили в 200 тысяч рублей. Теперь, уважаемые друзья, данный лот мы уже выиграли. Сейчас мы перейдем с вами на электронную торговую площадку и скачаем протокол торгов. И увидите, сколько было, собственно, заявок. И вот, обратите внимание, протокол от 3 июля 2019 года. Вот список всех участников, обратите внимание, их было 18. Я был под номером 14. Вот обратите внимание, Резаев Давид Викторович. И моя ставка была победная. 733 тысячи рублей. Я вам напомню, как мы сформировали данную цену. Мы взяли цену рыночную. Мы взяли минимальную цену аукциона. Прибавили сюда сумму технического обслуживания. Мы сюда заложили по нашей стратегии победы определенную сумму. Мы о стратегиях победы говорим на нашей подготовке партнеров. И, естественно, в эту сумму, сверху этой суммы, мы учли свое комиссионное вознаграждение, которое было обозначено в 200 тысяч рублей. В итоге данный автомобиль встанет нашему инвестору в 1 100 000. При его рыночной цене в 2 миллиона рублей. Вот такие вот интересные лоты есть у нас на торгах по банкротству. Присоединяйтесь к команде профессиональных аукционных брокеров. С вами был Давид Резаев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и следите за новостями. Всем пока-пока.